Вопрос. Я слышал, что в одной из ночей посланник Господа, алейхиссалату вассалям, изрек, что поистине через 100 лет после этой ночи не останется на земле ни одной живой души. Как понять эти слова? Ведь прошло уже более 1400 лет после этого, а человечество продолжает существовать. Разъясните, пожалуйста. Ответ. Данное изречение пророка, алейхиссалату вассалям, приведено вами не в полной форме, потому оно и вызывает у вас множество вопросов и дает повод к таким апокалипсическим толкованиям. По воле Всевышнего приведем хадис целиком и дадим комментарий. Сообщается, что Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, поведал. Однажды, уже в конце своей жизни, пророк, алейхиссалату вассалям, совершил с нами вечерний намаз, и когда он произнес в конце его слова таслима «Ассаляму алейкум ва рахматулла», он поднялся и промолвил: «Понимаете ли вы, что это за ночь? Поистине, через 100 лет после этой ночи не останется на земле ни одного из живущих на ней сегодня». Хадис привели имамы Аль-Бухари и Муслим. Смысл этих слов посланника Божьего, алейхиссалату вассалям, заключается в том, что ни один из его сподвижников или людей, живших в то время, не проживет после той ночи и 100 лет. В комментариях к хадису отмечается, что ровно через 100 лет после этих слов пророк, алейхиссалату вассалям, перешел в мир иной последний его сподвижник Абу-Туфайль Амир ибн Ваиля, да будет доволен им Аллах. Таким образом, в хадисе не говорится, что через 100 лет человечеству придет конец, или что продолжительность жизни людей никого не будет превышать 100 лет. Своими словами посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, указал лишь на то, что через 100 лет на земле не останется никого из ныне живущих, чтобы люди осознали скоротечность бытия и посвятили себя целиком подготовке к вечной жизни. Аллах знает лучше.